Thank you.
Обожаю свою работу! Мировые новости на 54-м канале. Слухи о некой прорывной технологии ходят уже очень давно.
Одной тварью в городе меньше. Супер. Спасибо, Ви, закрываю заказ. Ладно. Супер! Ну что стоим-то? Давай машину быстро! Гарантия наслаждения, говорили они! Дай-ка угадаю. Мистер Перчик, модель XCV-19. Откуда ты знаешь? Неплохо разбираюсь в имплантах, в том числе и запрещенных. Они все с браком. Была отзывная компания, но на черном рынке они еще попадаются. Я это... благодарен, что ты не стал надо мной стебаться. Честно скажу, это было непросто. Ты везунчик. Гони, сбивай их нахер! Расслабься, Чумба. Сейчас уже поедем. Это ты мне советуешь расслабиться? Ай, как горит! Как жжет-то, сука! Уймись. Делаю все, что в моих силах. Я так девчонке один раз и сказал. Она психанула. Господи! Блять! О, боже! А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать, страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Смешно обоссаться! Окей, мы... Потом заплачу! Позвоню тебе! Но... Не могу! Не могу! Пощади! Я тебе ничего не сделаю! Нет! Жжется! Сука, как жжется! Нет, я не хочу умирать!
Royal Blue Radio. Smooth music for a smooth ride. Есть заказ, но такой, что лучше бы его не было. Может, помнишь Брайса Стоуна? Его сына зверски убили. Единственная возможность поймать тварь, которая это сделала, найти брейн-данс с записью убийства. Да, ты все верно понял, к сожалению. Подробная инфа в письме.
Паша и его куколка сидят в своей башенке и отдают мне приказы, как псу! Пустись ты, зато платят нормально. А что, кроме них в Найт-Сити богачей нет? Ну не нравится, выскажи это Ройсу. Вот ты умный. Может, мне сразу все мозги замкнуть? Иди ты с такими советами. Видел такое? Чего видел? Где она тонет? Да не, где поехавший киборг лезет насиловать бабку, а потом ножом ее щекочет. И зачем ты это говно смотришь? А я вот люблю позырить на обвисшее дряблое мясо. У меня прям такой стояк, будто хер из хрома. Thank you.
происходит-то? Перед тем, как он... А ты как думаешь? Иначе будет все равно, что подушку режут. Ага. Так, беру по кадру. Усиливаю боль и привкус железа во рту. Молоток, Фредди, быстро схватываешь. О, запах пота надо вырезать. Не-не-не, оставь. Я готов, как остановиться. Давай две версии. С потом и без. Хорошая мысль, пап.
Ну что, пора вставать. Что происходит? Охрана! Они далеко, нас никто не услышит. Только давай не будем делать глупостей, окей? Мы просто монтируем и продаем. Сами не снимаем, богом клянусь. Все сделаем, что скажешь. Только скажи, что нужно, а мы уж в лучшем виде. У вас тут что, семейный подряд? У людей спрос, у нас предложение. Бизнес есть бизнес. Тебе нужно что-то конкретное? Если не мы, то кто-то другой это будет делать по любасу. Хочешь реального хардкора? Рэдди! Night City просит, мы обеспечиваем. Вот и все. Мы никому не скажем, что ты тут был. Клянусь. Отличная работа, Ви. Надеюсь, теперь найдут мудака, который снимал весь этот кошмар. Заказ закрыт. Все назад! Контакты пламятся! Подбила говнюка!
все заплатишь! Время больших пушек! Больно было! Уберите его от меня!
бойня! Врут! Отдайся инстинктам! Привет! Это я! Ну, тот, которого ты... Тот тип с дымящимся хером. Ну, в общем, да. Короче, звоню сказать, что перевел деньги. Спасибо. Не-не, это тебе спасибо. Если бы не ты, я бы... Ух! Не за что. Жги дальше, жеребец. Здравствуйте, с вами Ариф Экбал, и это новость. Выпуск международных новостей можно с уверенностью назвать межпланетным. Ценности стоимостью в миллионы долларов были украдены с орбиты. Частично заглушила радары и, пробив корпус, пробрались в лабораторию Orbital Air. Космическим пиратам удалось украсть несколько экспериментальных прототипов. Их местонахождение неизвестно. Завелись крысы. Я понимаю, проблема не новая, только мои крысеныши чуть больше размером и одеты, как тигриные когти. Самая крупная из них — некая Такикан Мочи. Сделай одолжение своему фиксеру, проведи дератизацию. Все данные уже у тебя.
今のは？トラブル発生だ。
Дарка, Иризо. Нанда? Да сколько можно? Тебе сюда нельзя. Сейчас я тебя...
смысле? Имануа.